Здравствуйте, это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы продолжаем встречаться с первыми лицами от городской администрации, обсуждать самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. И вот именно к этой категории самых, наверное, насущных и актуальных городских вопросов и проблем, к той проблеме, которая вызывает большой интерес у населения, вот именно об этой проблеме мы будем говорить сегодня. Это проблема оплата жилищно-коммунальных услуг. В марте в квитанциях появились так называемые новые строчки. Населению было предложено, если я не прав, наш гость меня поправит, спрогнозировать объем услуг, которые оно собирается потребить в следующем месяце в части электроэнергии, в части водоснабжения. Мы стали платить за ЖКХ по-новому. С чем это связано? Как это работает? И не придется ли платить больше? Обсудим это вместе с заместителем начальника городского управления энергетики и ЖКХ Татьяной Астафьевой. Татьяна Владимировна, добрый день. Добрый день, Евгений. Собственно, начнем сначала. Что послужило основой для вот таких изменений в оплате услуг ЖКХ, которые не остались незамеченными нашим населением? Ну, все это требование 354-го постановления правительства Российской Федерации, которое в нашем регионе вступит в полную силу с 1 июля этого года. В соответствии с постановлением, помимо оплаты коммунальных услуг, потребленных в жилых помещениях, мы должны оплачивать услуги, потребленные на общедомовые нужды. Поэтому не удивляйтесь, когда в квитанциях 1.07 вы увидите дополнительную строчку «Общедомовые нужды». Это касается таких коммунальных услуг, как холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение. Вот все действия, которые были предприняты нашим кустовым вычислительным центром, они сделаны для того, чтобы корректно в будущем рассчитать общедомовые нужды. Значит, хотелось бы пояснить, что расчетным периодом для оплаты жилищно-коммунальных услуг является календарный месяц, то есть с 1 по 30 число. Когда вы приходите платить за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с жилищным кодексом с 1 по 10 число следующего месяца, у вас должны быть сделаны какие-то начисления. Вот вы видите в своей квитанции начисления по статье «Содержание жилья». Это тариф, умноженный на площадь помещения. То же самое по отоплению. Тариф, умноженный на площадь жилого помещения. Также должны рассчитываться и услуги по водоснабжению, электроснабжению. Если вы не дали показания счетчика до 1 числа, вы при оплате коммунальных услуг увидите начисление по среднему. Но также у вас есть возможность заявить показания своего счетчика. Вы заявляете показания счетчика, и ваши показания будут использоваться при начислении за следующий месяц. Вот стоп. Сейчас поставим, что называется, эксперимент на мне. Вот, к примеру, я среднестатистический человек. В период с 1 по 10 мая я прихожу в КВЦ, ну, не знаю, там, сбербанковский терминал, неважно куда, я прихожу оплатить содержание жилья и жилищно-коммунальные услуги за апрель месяц. Я набираю показания счетчика. Все ли я правильно делаю? Все правильно. Вам должна быть представлена возможность указать показания своего счетчика. И это показание счетчика вам скорректирует начисленное среднемесячное потребление за предшествующие периоды на первое число следующего месяца. То есть получается, что вот в мае я заплатил не за апрель, а... Вы оплатили показания, предъявленные в мае. Вы именно оплачиваете показания того месяца, в котором вы его заявили. Если вы заявили это показание до 1 числа, 30 или 31, то вы его оплатите как показание, например, марта. Если вы его указали это показание в квитанции, вам такая возможность дается в апреле, вы его оплатите как показание апреля. То есть, все-таки хотелось бы понять логику. А какой смысл в прогнозах, да? То есть, зачем, в общем-то, населению предлагается спрогнозировать, предлагая
А вот тот объем потребления услуг в сфере энергетики, в сфере водоснабжения, и зачем предлагается примерно, вот, что называется, сделать заявку на то, сколько вот оно потребит в мае? Это не прогнозируемое потребление, это никакая не заявка. Вы передаете свое показание, свое фактическое показание счетчика. Просто это фактическое показание будет участвовать в расчетах на первое число месяца следующего за отчетным. Это все делается... Ну, вообще, это как бы в этом есть логика. Ты потребил услугу. Ты за календарный месяц потребил услугу. По-любому тебе должны быть сделаны какие-то начисления. Или по показаниям счетчика, или по среднемесячному. Значит, это нужно делать для того, чтобы правильно распределить общедомовые нужды. Существует общедомовой счетчик, и во многих домах города Рязани эти счетчики установлены, и дальше администрация города проводится работа по приборению многоквартирных домов. Вот чтобы правильно рассчитать общедомовые нужды, ну, существует формула, утвержденная 354-м постановлением, в соответствии с которой из показаний общедомового прибора учета вычитаются показания индивидуальных счетчиков, нормативы потребления там, где счетчиков нет, и оставшаяся разница распределяется пропорционально занимаемой площади. Если не будет существовать начисления на первое число, просто показания общедомового счетчика будет распределить невозможно. А когда вы пришли оплачивать, у вас тоже в строчке уже появляется начисление по общедомовому прибору учета. Вот, чтобы корректно это все рассчитать, нужно своевременно давать показания индивидуального счетчика, чтобы нагрузка не легла на плечи других собственников. Поэтому самый идеальный вариант – это когда вы сняли показания счетчика и передали их до первого числа. Ну, то есть, это вот, не обязательно говоря, приходить в отделение там, почты или оплачивать в банкомат. Их можно также передать в ресурсоснабжающие организации или в КВЦ по телефонам, которые есть у вас в квитанциях. Ну, то есть, если я сейчас, что называется, среднестатистический человек, привыкший платить с 1 по 10 число, просто мне надо в этом случае, там, к примеру, там, 30 апреля, 29 апреля снять телефонную трубочку из дома, никуда не ходить, позвонить в ресурсоснабжающую организацию, будь это там водоканал, будь это электросеть, по телефону, который указан в квитанции, сказать: здравствуйте, мой адрес такой-то. Лицевой счет обязательно указать. Который, опять же, есть в квитанции. Который есть в квитанции. Да, запишите, пожалуйста, показания моего счетчика. И у вас примут эти показания счетчика. А в своей квитанции в следующем месяце вы увидите, как вам произведен расчет. Или вам произведен расчет по вашим переданным показателям. Там будет показание счетчика. Там будет источник информации. Если вы это передали, это потребитель. Если вы не передавали показания счетчика, то там будет информация, кто передал, исполнитель коммунальной услуги. И далее, как производилась оплата. И дальше появляется графа. Это никакой не заявляемый, не планируемый показание счетчика. Это показание фактическое, текущее показание счетчика, которое вы всегда можете вбить и... Этот счетчик всегда будет участвовать в расчетах, но в следующем периоде. Именно следующий период, в общем-то, и многих беспокоит. Сейчас начинается лето, период, скажем так, отпусков, период загородной жизни. Многие уезжают, и, естественно, какое-то вот среднестатистическое потребление рассчитать становится гораздо сложнее. Вот, к примеру, уезжают люди в июнь на весь месяц в деревню, да, а им считают среднее потребление за май, апрель и март, когда они, что называется, были дома. Они идут оплачивать за июнь, у них, к примеру, потребилось всего 5 кубометров воды, а им говорят, вот 20 вы потребили, потому что средние показатели предыдущих месяцев таковы. Вы вправе это не оплатить, а отдать свое реальное показание счетчика, и автоматически на следующий месяц вам будет все скорректировано. И у вас уже будет стоять сумма к оплате с учетом вашего фактического показания. Вот, например, вы уехали за город на 3 месяца. В любом случае, вам на первое число будет начисляться по среднему. Вы приехали в конце лета, в сентябре пришли с 1 по 10 оплачивать. Дали фактическое показание своего счетчика, и вам автоматически это среднее начисление будет убрано и перерасчитано. Больше вы не заплатите. И оплачивая за сентябрь, вы оплатите сумму реальную потребленной коммунальной услуги. То есть просто получается, что в одном месяце заплатишь больше, а в другом меньше. А в сумме-то все равно получится... Мы сейчас не говорим
говорим об оплате. Мы говорим сейчас о начислениях. Надо разделять два понятия. Оплата и начисление. Вам будет начислено. Вы вправе не оплатить. А когда дали свое показание счетчик, вам пересчитали, и следующим месяцем вы как бы оплатили, у вас будет или переплата, или недоплата. Ну, а чтобы избежать вот этой путаницы, насколько я понимаю, достаточно просто раз в месяц в последних числах текущего месяца снимать показания счетчика и сообщать их либо в КВЦ, либо в ресурсоснабжающую организацию. Причем для этого не надо, что называется, идти туда ногами, достаточно просто позвонить по телефону. Да, и как бы вся работа ресурсоснабжающих организаций и КВЦ сейчас будет на это настроена. Татьяна Владимировна, и все-таки, вот еще раз, зачем же вот эта все-таки новая система была нужна вот на пальцах? Зачем потребовалось ее вводить? Сейчас мы немножко в ней разобрались, но тем не менее, зачем? Ну вот смотрите, как бы система, она должна быть одна в целом по городу. Что касается домов, где установлены общедомовые приборы. Мы уже об этом с вами поговорили. Показания общедомового прибора учета снимаются в конце месяца. Это требование законодательства. В 354-х правилах прописано, с 23 по 25 исполнительные коммунальные услуги снимает показания общедомового счетчика. Чтобы высчитать общедомовые нужды, которые оплачивают все жильцы, необходимо в равной пропорциональной занимаемым площадям. Значит, необходимо вычесть показания всех приборов учета, показания приборов учета, переданных по квартирам, где нет приборов учета, рассчитанные потребление по нормативам. И получается, оставшую разницу распределить. Вот если люди не заявляли свое показание прибора учета, что вы будете вычитать? Ничего. И тогда ноль. Ноль, если там люди... Ноль – это тоже цифра. Если человек заявлял потребление ноль, значит, он отсутствовал. Ноль – это цифра. Ноль в расчете используется. А если человек ничего не заявил, но он же жил в это время в помещении, он потреблял эту услугу. Значит, нужно что-то вычесть. Ну, то есть, вот правильно я понимаю, что, да, вот общедомовые приборы учета как бы показывают, что в целом дом потребил, там, условно говоря, 1000 киловатт. В доме 10 квартир. По счетчикам из этих квартир выявляется, что дом потребил 800 киловатт. Соответственно, 200 киловатт – это общедомовое потребление, которое должно быть раскидано вот на эти 10 квартир пропорционально занимаемой площади. А если кто-то из людей, живущих в этих квартирах, например, не указал свои показания счетчика, то выясняется, что на самом-то деле как бы квартиры потребили 900 киловатт, а одна квартира просто 100 киловатт не указала. И эти 100 киловатт, они ложатся дополнительно на всех. На всех. Вот, чтобы вот это исключить, ресурсоснабжающая организация по квартире, которая не заявила показания, начислит по среднемесячному потреблению за предыдущие 6 месяцев. И это также вычтется. И вот эта нагрузка будет меньше, она будет рассчитана правильно. То есть люди не то, что добропорядочные плательщики, не то, что не будут платить больше, они наоборот должны будут платить меньше. Они не будут, что называется, платить за себя и за того парня, который не просто... сообщил показания счетчика, который не исполнил свою обязанность, который не показал показания счетчика и который не оплатил своевременно жилищно-коммунальные услуги. А насколько новая система, ну, что называется, внедряется в умы и сознание горожан и становится для них привычной и понятной? Ну, конечно, трудно. Все нововведения у нас проходят трудно, но мы будем стараться корректировать наши программные продукты, чтобы людям становилось более понятно. Я думаю, что через какое-то время мы все к этому привыкнем и никаких вопросов возникать не будет. А существует ли какая-то возможность у тех, кому что-то непонятно, обратиться к вам, ваше управление, в КВЦ? Готовы, что ли, называется, люди на местах оказывать консультации? Конечно. Значит, к нам и обращаются, и по телефону, и приходят. Мы готовы всех встречать, объяснять. И все телефоны, которые указаны в платежках, также работают как горячая линия на ответы. Это касается в основном МПКВЦ. И, пожалуйста, наше управление, специалисты нашего управления всегда готовы пояснить, разъяснить.
То есть, если кому-то что-то непонятно в этой системе, не надо, что называется, метаться в панике. Достаточно просто набрать номер телефона, который указан в платежке, задать интересующие вопросы и получить на них ответы. И получить ответы, да. Что ж, я благодарю вас. Надеюсь, что после нашего сегодняшнего эфира многим людям, что называется, стало чуть-чуть понятнее эта система. Еще раз подчеркнем, что если вам что-то непонятно, не стесняйтесь снять трубку телефона и позвонить. Главный вывод, который можно сделать из беседы с нашей гостьей, больше платить за услуги ЖКХ в связи с введением такой вот новой системы оплаты мы не будем. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. Прав? Прав. Абсолютно. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо, Татьяна Владимировна, что нашли время, пришли к нам в студию. Если потребуется, позовем еще раз. Татьяна Астафьева, заместитель начальника городского управления энергетики и ЖКХ, была гостем программы «Лицом к городу».